сегодня заглянул в City Palace отель. Находится он в центре Ташкента. Вот такая вот территория здесь. Зеленая, недалеко от дороги, но в принципе как бы удачно он расположен. Рядом стоят Regency. Фонтаны. Ну и посмотрим, что там внутри. Туристы постепенно возвращаются в Узбекистан. Ну, тут небольшой подъем, правда, заболеваний, но как и везде. Вот, ну, в общем, все потихоньку начинает работать. Вот я в холле уже гостиницы. Очень красивый пол. Угу. А сколько квадратов он получается? 38 квадратов. Достаточно большой, да? Очень так мило здесь. Ковров он тоже новый у нас. Это после ремонта, да, все? Да, после ремонта сейчас. А выход куда здесь окна? Выход через Хаят. Ага. У нас бассейн тоже очень хорош. Да, открытие бассейн тоже. Так, ну вот такой номерочек. 38 квадратов. Они все стандартные, да, у вас? Да. Так, здесь что с ванной? Да, ванная комната. В каком-то индийском стиле он сделан. Ну, вот мы в тренажерном зале. Очень симпатичный зал. Видите, какая здесь утварь, инвентарь для занятий, чтобы укреплять. Вот, приходите, занимайтесь, будете вот так вот выглядеть. Может быть, даже и вот так вот. Сейчас посмотрю, как здесь выглядит. Вот так вот. Вот оно, как красиво все. Что такой зал? Ну, а девушкам, вот, чтобы они вот так выглядели. Так. Вот сауна. Это финская сауна, да? Это финская, да. Такая сауна. Очень уютная сауна, как и все сауны, в принципе. Душевые кабинки. Там здесь пар такой, и запах приятный. Да. Очень приятный. Пахнет просто удивительно. Благовонием. Так, а здесь у нас просто. Так, и теперь мы в бассейн, да? Да, это зимний бассейн. Это у нас летний бассейн. Вот так вот выглядит. А там что у нас? Ресторан Crystal Garden. Crystal Garden. Ну. Здесь можно пинг-понг поиграть. Кто хочет. Кто не хочет, не будет играть. Вот тут внутри. Во дворе очень мило. Можно было в знойную жару покупаться. Для детишек здесь бассейн. Очень классно. Давайте посмотрим внутрь ресторана, что там происходит. Мне было интересно заглянуть. Достаточно огромная территория. Просторно.
Ну и преимущество, что в центре города находится. Можно гулять. Гулять, кстати, безопасно в Ташкенте, в центре. Я не знаю, где остальные районы, но в центре очень так... Вообще здесь очень мало криминализированная страна, на мой взгляд. Такой вот ресторанчик. Здесь уютно. Рядом он, Хаят Резиденси. Номера все стандартные, однотипные, в хорошем стиле, так что можно заселяться. У нас ресторан здесь такой с летнеигральным. Можно кушать. Очень красиво. Такие лифты здесь импозантные. Вот такой вот отельчик. В отеле размещены вот эти команды, они будут играть здесь. Я не знаю, я не уточнил почему. Вот они, наши футболисты. Скорее всего, будут играть здесь. Добрый день. Здравствуйте. Так, большое спасибо за отель, да, посмотрел. Удачи вам, процветания, мы поработаем. И гостям всего хорошего. До свидания. Ну вот я вышел из отеля, посмотрел, какая жизнь. Жизнь начинает набирать обороты, я имею в виду туристическую жизнь. Вот это противоборствующая команда, которая будет играть здесь. Итак, в принципе, здесь удобно, красиво, приятно. Вот центр. Строится здесь еще один новый отель. Мы его посмотрим потом. Вот такой вот центр Ташкента. Там недалеко Винхам отель тоже. Ну вот Хаят Резиденси, Винхам. И вот наш сегодняшний City Palace. Ну что ж, потом будем еще смотреть что-то.